Привет всем в эфире 340. Присоединяйтесь к тому, как Trinity Broadcasting празднует 40 лет своей проповеди Евангелия Христа. Мы заглянем в историю, чтобы послушать пасторов и их послания, звучавшие ранее на ТБН. Затем мы спросим молодых людей, остались ли актуальными старые кадры вещания ТБН. Давайте познакомимся с одним из студентов. Меня зовут Трэвис Гомер, я родился в 1995 году. Сейчас я состою в ACA, это сотрудничество спортсменов-христиан. В общем-то, мы просто группа 15-летних ребят. Это не обязательно спортсмены, но и те, кто считает себя таковыми, кому нравится спорт. Мы просто собираемся вместе во время ланча или на большой перемене, слушаем небольшую проповедь, разговариваем. Конечно, мне нужно фокусироваться на своей учебе, но больше всего я хочу фокусироваться на Боге. Мои отношения с Богом немного ослабли, скажу вам честно. И мне не нравится мой путь, поэтому в этом году я решил оставить все свои вечеринки, дискотеки, всякие развлечения. Я буду почаще приходить в церковь. Бог стал номером один в моей жизни, несмотря ни на что, поэтому я буду идти дальше по этому пути. Ты молилась когда-нибудь, чтобы кто-нибудь получил исцеление? Да, за маму. Правда? Получилось? Да. Я считаю, что вера — это сила, которая мотивирует себя показываться врачу, лучше питаться, да, потом еще делать зарядку, это важно. Мое тело и дух баланс, и несмотря на западную и восточную медицину, я верю, что есть духовное исцеление Помимо всего. Я верю, что это реально. Не только потому, что я прочитала об этом в Библии, но и потому, что видела это своими глазами и даже пережила это сама. Духовное исцеление можно обрести, ходя в церковь, например. Почему ты веришь в чудеса? Потому что каждый день происходят невероятные вещи. Это медицинский, психологический и духовный вопрос. Я верю, что исцеление свершилось 2000 лет назад на кресте. Любимые, но иногда непонятные. Сегодня на 3.40 мы говорим об исцелении и чудесах. Первый фрагмент датирован 1998 годом. Тогда Кеннет Хейгинг появился в гостях у Пола и Джейн Крауч в самой рейтинговой программе ТБН «Славьте Господа». Многие называли Кеннета Хейгена «папа Хейген» и считали его отцом-основателем движения веры, включая Кеннета Коупленда. Давайте послушаем, что Кеннет Хейген скажет об исцелении. Не вдаваясь в особые подробности, расскажу, как мы с женой поехали проводить собрание в один из городов много лет назад. Молодой служитель и его жена вышли вперед во время собрания. Мы еще не знали, что они уже давно ходят в эту церковь. У их младшего трехлетнего ребенка была эпилепсия. Они водили ее к доктору в Лос-Анджелес, и тот сказал, что это тяжелейший случай за 38 лет его практики. Родители хотели попросить Бога исцелить этого ребенка когда мы начали собрание, они пригласили нас прийти вечером в гости. Во время ужина эта женщина сказала, «Брат Хейген, вы навлекли на меня беду. Каким образом? Я сказал, нет, нет, беда пришла немного раньше. Сейчас она просто проявилась. А в чем ваша проблема? Она сказала, сегодня в проповеди вы назвали место из первого Иоанна, всякие ненавидящие брата своего, есть человека-убийца. Вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной. Я добавил, ненавидящий брата и свекровь тоже. Ой, вот это да. То есть ненавидящие любого. Продолжая разговор, я спросил, так в чем ваша проблема? Она сказала, я ненавижу свою Свекровь, вы попали прямо в точку. Да, в точку. Я уверен, что она читала это место, но вместо того, чтобы позволить любви Божией расширить ее сердце, она пустила в свое сердце ненависть. Я сказал: Глядя мне в глаза, скажите, я ненавижу свекровь, и проверьте здесь. Она выпрямилась за столом и произнесла «Ненавижу свою свекровь». Я спросил «Что вы чувствуете вот здесь?» Она ответила «Что-то скребет». Я сказал «Это любовь Божья пытается сдержать вас». Она спросила «А что мне делать?» Мой ребенок болен. Я сказал «Поступайте так, как если бы вы ее любили». Ведь вы любите. Любовь подобно вере проявляется в словах и поступках. Да-да. Через несколько дней на выходных она позвонила и сказала, что пригласила в гости свою свекровь и ее родных. Нас тоже пригласили в эту семью, где сын страдал от эпилепсии. Эта женщина очень мило вела себя со всеми, как настоящая христианка. Они пытались доверить Богу это исцеление. То, через что им пришлось проходить, было первой атакой ради понимания проблемы. От лекарств в таких случаях пользы мало, поэтому... Она и позвонила и попросила нас приехать, чтобы в молитве понять, что же делать дальше. Господь сказал нам, езжайте, пока Бог не говорит мне ехать, я не еду, потому что не хочу бежать впереди Бога. Поэтому мы и поехали, мы сели в машину. Я завел мотор. Мы с женой сидели на передних сиденьях, на заднем никого не было, но все же было ощущение, что на заднем сиденье кто-то сидит и говорит, не молитесь за ребенка, не возлагайте на него руки, не помазывайте его елеем. Скажи этой женщине, я сказал Израилю, соблюдай уставы мои и заповеди мои, делай угодное пред очами моими, и тогда число дней твоих сделаю полным. Потом он заговорил языком Нового Завета. Ходите в моей заповеди любви, храните залог любви. Делайте угодное пред очами моими, ходя в любви. Любовь покрывает все грехи. Я прогоню сатану, и число дней твоих исполнится. Скажи, «Мать, скажи сатане, сатана, я хожу в любви, убери руки от моего ребенка». Приехав, я передал все эти слова матери, ее ребенок был рядом весь в напряжении, она повернулась и сказала, «Сатана, я хожу в любви, убирайся от моего ребенка». Моя жена стояла рядом и видела, как исцеление пришло во мгновение ока. Слава Богу! Аллилуйя! Бог даровал это исцеление ребенку. Раньше она была недружелюбной. За несколько недель до этого она еще не ходила в любви. Но теперь она научилась любить. У нее был выбор. Да, выбор был. Как это сделать? Поступайте так, как будто любите, потому что так оно и есть. О да, это еще один ключ. Да, точно. Еще один ключ. 1998. Это был наш старый фрагмент. Кеннеди, ты родилась раньше этого года? Я родилась в этом году. Прямо в этом же году? Здорово. Их одежда выглядит странно? Как ты считаешь? Или, может быть, еще как-то они отличаются? Не думала, что кто-то мог превзойти мой объем волос. Да, она утерла нам всем нос, и нам это нравится. Впрочем, говоря о чудесах и исцелениях, слышали вы когда-либо, что исцеление связано со способностью любить или ненавидеть. И между ними есть связь. Слышали когда-нибудь? Честно говоря, в таком ракурсе я сегодня и услышал об этом впервые. Как-то так. Тогда что вы думаете о высказывании той женщины ⁇ Ненавижу свою свекровь ⁇ Это очень интересная история. По крайней мере, звучит забавно. Ты считаешь это забавно? Да. Актуально ли это послание сегодня? Действительно ли исцеление связано с состоянием сердца? В моей семье было много ненависти к происходившим событиям. Однажды моя мать пошла в церковь, и там пастор говорил о том, что всю боль и страдания нужно просто отпустить и быть свободным. После этого она почувствовала, что Бог прикоснулся к ней, что все стало лучше, что боль ушла, и слез больше не будет. Поэтому эти слова актуальны. Подобное происходит и по сей день, и в том числе и в нашей семье. Поэтому это как правило. Она плакала из-за своих эмоций. Было ли это связано с физическими болезнями? Да, у нее была боль внутри, которая ушла. У нее больше ничего не болело физически, и душевная боль тоже ушла. Трэвис, ты когда-нибудь молился за исцеление? Нет, он не молился. Ты когда-нибудь болел? Да, болел, но за исцеление не молился, все само прошло. Все прошло само? Да, я ничего такого не делал, просто постепенно мне стало лучше, так что я и не знаю, что сказать. А после футбольных матчей ты видел переломы костей в реальности, вживую? А, кстати, за переломы я молился несколько раз. Да, вот вспомнил. И за сломанный локоть тоже. Ты ждал исцеления? Сразу же нет, но в целом, да, я не ждал исцеления в ту же секунду, потому что Бог не сразу приходит в твою жизнь. Нужно немножко подождать. Нардин, как ты думаешь, исцеление может прийти сразу? Да, я думаю, что у всех есть этот дар исцеления. Бог делает это через нас, но думаю, что не надо быть определенного возраста или статуса, чтобы исцелять людей. И это исходит из сердца любви, как вы говорили. Да, вернемся к этому. Вы видели это раньше, когда бывали на миссиях? Ведь там у людей нет доступа к больницам и врачам, как у нас. Согласитесь? Да, прошлым летом я была в Мозамбике. Там была женщина, которая жила в доме размером с ванную комнату. Она не могла двигаться, не могла ходить. Все, что у нее было, это несколько кувшинов грязной воды и непонятные лекарства. Я возложила на нее руки и стала молиться. У меня была вера в то, что она исцелится, и недавно я видела ее на фото. Она в церкви, она улыбалась, она уже пожилая, но чувствует себя отлично. Мне кажется, что именно сердце любви, которое открылось ей в этой миссии, когда мы с верой молились и показали ей настоящую любовь, вот именно они как раз таки и сделали свое дело. Она получила должное ей исцеление. Да, все-таки сердце и исцеление тесно связаны. Интересно, почему мы не слышим таких посланий сегодня? Сегодня непопулярно говорить, что от каких-то эмоций можно заболеть. Может быть, люди думают, что это странно или необъяснимо. Могу сказать, что у меня сколиоз, то есть искривление позвоночника, и спина не может держать сама себя. Пару раз ко мне домой приходили служители и молили из-за меня. Ничего сразу не происходило. Мне кажется, самое главное верить, продолжать любить и помнить, ради чего тебя создал Бог, для Евангелия. И это самое главное, чтобы любовь наполняла тебя изнутри. Мы должны ходить с верой, а не видением. Нельзя просто надеяться, что что-то произойдет. Нужно продолжать верить и молиться. Да, исцеление придет не в то время, когда хочешь ты, а в то, когда этого хочет Бог. Ты получишь исцеление в срок, э, назначенный Богом если терпеливо ждал и молился. Божий срок не значит, что ты исцелишься в ту же секунду. У него есть свой план на твое будущее, и в конце концов он господин и хозяин нашей жизни. Таких посланий мы слышим сегодня много. Я услышала, как Кеннет Хейген сказал «Иногда». Он не сказал каждый раз, он сказал «Иногда болезнь связана с нашим внутренним состоянием». Правда ли это? Как вы считаете? Да, потому что по час люди очень много молятся, но болезнь у них скорее психологического характера, она в мозгах. С их депрессией никак не справится. Это могут разрешить только они сами. А физические болезни не эмоциональные. Он говорил ей показывать любовь, чтобы обрести исцеление. Любовь ⁇ это фактор. Исцеление приходит через любовь, через молитвы людей за тебя, через любовь людей к тебе. Я уверен, что если какой-то член семьи болен, нужны не только молитвы, но и любовь, безусловно, отношения. Они, знаете, они очень важны. Нужны чувства прямо из нашего сердца. Бог сказал, что если любишь кого-то, то и молись за него. А если молишься, то невозможно молиться без э, любви. Я тоже. Ну, ладно, говорит ты. Я тоже недавно поняла похожую вещь. Эмоциональная боль или чувства могут отражаться физически. Еще я поняла психологически, что депрессии и подобные ей мысли, ну или какие-то травмы прошлого, нарушают химический баланс в мозгу, что приводит к разным физическим болезням. Поэтому то, что он проповедовал, можно объяснить и с научной точки зрения. Эмоции действительно сильно, ну и по-настоящему на нас влияют, отражаются на нашем состоянии. В минуты стресса мы держим в себе это напряжение. Но я думаю, что он говорил и о других наших болезнях и немощах. Если вы узнаете о какой-либо своей болезни, Связываете ли вы ее с какой-то ненавистью или непрощением кому-то? Вы поверите, если это будет как-то связано? Связано с вашим состоянием внутренним? Ну, вообще не очень, мы христиане. Конечно, я знаю, что Бог хочет, чтобы я разобралась с какими-то вещами, но если нашему поколению кто-то скажет, твоя болезнь вызвана внутренними причинами, ответ будет, докажите, я не думаю, что это правда. Как же это может быть правдой? Таково наше поколение. Мы не считаемся с тем, что слышим, к сожалению. Нам нужно видеть это своими глазами. Мы просто должны получить доказательства. Но видеть уже не значит верить. Нужно верить, чтобы потом уже увидеть. Мы не доверяем своему сердцу, мы доверяем ушам и глазам. Так лучше? Нет, конечно. Вера — это уверенность в невидимом, но этому надо учиться. Мы не всегда все видим. Иногда у нас какие-то проблемы, и мы не видим выхода. Но у Бога есть свой план. Нам нужно учиться смотреть насквозь и видеть то, чего на самом деле не видно на первый взгляд. Просто верить. Тогда и приходит благословение. Мы отличаемся от других людей, когда ходим верой. Вместо того, чтобы верить своим глазам или ушам, вот почему Бог благословляет нас, любя, потому что мы верим в Него, не видя Его. Вот вам причина. Тринити Бродкастинг празднует 40 лет вещания, а мы просматриваем библиотеку классики ITBN и задаем вопросы об исцелении и чудесах. У нас на очереди автор книги «Исцеляя больных», которая продалась тиражом в миллион экземпляров, а его служение охватывает 74 страны. Давайте послушаем, что Ти Осборн скажет об исцелении и чудесах в 1983 году в программе «Самым высоким рейтингом». Славьте Господа! Ведущие Пол и Джейн Крауч. Меня изумляет вера людей, не затронутых, не испорченных людей, которым никто не рассказывал о Боге. Одна женщина принесла нам маленького мальчика, рожденного без э, без глаз, что совсем без глаз? Да, совсем без глазных яблок, даже без отверстий для глаз. Зачем она принесла его? Я бы ее даже не пригласил, поэтому не благодарите меня. Эта мать принесла своего малыша на руках. Она услышала Евангелие. А Евангелие ⁇ это Божья сила к спасению всякого, кто может верить. Аминь. Она была счастлива, потому что казалось, что там что-то открывается, было что-то видно. Сначала она сказала... Посмотрите на отверстия. Они появлялись, но еще не открылись. Я никогда такого не видел. Это было похоже на маленькие щелочки. Они были похожи на твердые полоски, и она чувствовала их. А потом глаза стали открываться. Можно было пошевелить чем-нибудь перед этим малышом, и он видел это. Мы все были изумлены, но мы очень устали и сказали... Ну ладно, дело сделано, идите домой, аллилуйя и так далее, слава богу, домой идите, короче, все. Но это был еще не конец. На следующий день она пришла на улицу напротив нашего отеля. К нам пришли люди и сказали, эй, там на улице стоит женщина с толпой людей. Мы посмотрели в окно, там действительно была целая толпа. Мы спросили, кто это. Нам ответили. Это тот малыш без глаз. Что точно? Да, это он. Мы спустились и видели чудо своими собственными глазами. У мальчика были огромные, очень красивые глаза. О, да слава Богу! Похоже на правду. Ну, ну да, да, вполне. вполне. Да, наверное. Не будь мы христианами, не имея основания, мы бы нисколько не поверили, мы бы даже не поняли, как возможно то, что ребенок без глаз на следующий день уже был с глазами. Но для христиан это вполне убедительно, потому что мы знаем, что может сделать Бог. Видя, как Бог меняет твою жизнь и сколько Он всего для тебя сделал, ты знаешь, что и такое, возможно, и большие чудеса тоже. Вы слышали подобные истории раньше? Например, ты, Грейсон? Думаю, что нет. Ты слышал о тех, у кого не было глаз? Вообще не было, просто кожа. Звучит как в фильме ужасов. Да уж, точно. Да, Сейджи в Голливуде. Я думала, что они это придумали. Я не знала, что такое бывает на самом деле в жизни. А что вы думаете об их одежде? Ой-ой-ой. Хм. А я смотрел на волосы. Это парик? Нет, просто такой вот объем большой. Это не парик, просто они так волосы укладывали, чтобы уши не было видно. Мне понравились тени Дейзи, как она щедро их наносит, согласитесь? Надо будет посмотреть еще раз на все это. Друзья в школе, поверили бы, если бы вы рассказали им об исцелении и чудесах? Скорее всего, они бы удивленно посмотрели и спросили, откуда ты этого набрался. А еще честнее, что за выдумки? Такое уже бывало. Я рассказывал своим друзьям то, во что верю, а они переспрашивали, чего? Частенько они говорят: спускайся к с небес на землю. Мы уходим, оставайся тут один. Это интересно, потому что Библия говорит, мы побеждаем кровью Агнца и словом своего свидетельства. Мне кажется, сегодня у нас очень много свидетельств, поскольку у нас есть и Facebook, и Twitter, и YouTube. Но возрастает ли от этих свидетельств вера так же, как от рассказа Узбарнов? Мне кажется, что такое исцеление миру кажется странным, потому что физически это невозможно. Джимми говорил до этого, что если ты не христианин, в это сложно поверить. Возможно, часто это не дает нам свидетельствовать, потому что никто просто не поверит себе. Потому что это невозможно. Ведь они и так не верят в Бога. Но, честно говоря, это один из сильнейших способов рассказать кому-то о Боге. Показать, как он может взять одно и преобразить это во что-то совсем иное. Неужели он не исцелит и тебя самого? Это важнейший способ делиться свидетельствами с другими людьми. Что делает большинство людей этого поколения, когда болеет? Вы говорили раньше об этом. Трэвис, ты что-то говорил? Люди пробуют все методы, бегут в аптеке, принимают пачками так лекарства. И есть, да. Верно. Люди идут в аптеки, покупают лекарства целыми корзинами. Как считаете, нужно молиться за исцеление хотя бы легких болезней? Или не стоит? Или, может быть, все оставить на аптекаре? Да, нужно. Да. Это созидает веру. В Библии сказано «будьте как дети», поэтому такими делами нужно созидать свою веру. Иногда мы ее теряем, а взрослее теряем веру в себя. Но нам нужно сохранять веру в Бога и в то, что Он может сделать для нас в нашей жизни. Вы бы хотели вернуться в прошлое и посмотреть еще немного классики ITBN с историями о невероятной вере? Да, с да. удовольствием. Да. Мужчину с бородой. Вот-вот, именно его. Ну что ж, вас завораживает его борода, мне так кажется. Вы бы хотели попробовать поделиться своими историями с другими людьми? В Фейсбуке или лично? Может быть. Да. Люди еще рассказывают что-то лично? Конечно. Да. А как же? Какое ваше свидетельство было самым волнующим? Вспомните, вы делились чем-то таким очень личным? Да, но ничего экстремального, настолько, как открывшиеся глаза, у меня не было. Но был случай, когда я повредил спину, играя в бейсбол, и врач сказал, что мне придется восстанавливаться около шести или десяти недель. Он добавил, что другого способа излечиться нет. Я понял лишь что что Бог хочет, чтобы я молился и отдал Ему всего себя, так как еще не посвятил себя целиком. Только так я мог обрести свое свидетельство. Вот этим я и стал делиться с людьми. Я просто говорил, что исцеление приходит не в наши сроки, но в Божий срок, чтобы мы могли делиться благовестью с другими людьми. Тем самым мы являемся для них доказательством. Как вы считаете, каждому ли Бог дает способность молиться за исцеление? Безусловно. Конечно. В принципе, да, я считаю, что да. Да, верно. Молитва за других людей прикликается с тем, о чем мы говорили сегодня. Увидеть и поверить. Люди должны это увидеть. Они должны увидеть, что мы не стыдимся Бога, что мы можем делать это на улицах, напротив Макдональдса и подобных заведений, да где угодно. Мы должны это делать. Должны показывать людям, что Бог — это Бог. Бог — это тот, кто может исцелить себя моментально. Или просто показать людям, что Он может это делать. А мы должны, не стесняясь, выходить на улицы и делать это без стыда. Ведь когда-то наши прадеды делали то же самое. Грейсон, я помню, что ты выступаешь с танцами перед людьми. Верно? Да, да. А ты смог бы молиться за исцеление на виду у людей? Да, смог бы, конечно, это созидает э, веру. Будь они верующими или неверующими, зная, что кто-то думает о тебе, ты лучше себя чувствуешь. И это, скажу вам, прекрасное чувство. Ты себя заряжаешь и людей вокруг себя. Вы много узнали об исцелении, верно? Я хотела сказать, что когда молишься за людей, не разочаровываться, если это происходит сразу же. У моей сестренки был приступ эпилепсии. Когда ей было пять лет, врачи говорили, что она никогда не сможет ездить или долго ходить. Многие люди, которых мы даже не знали, молились за нее. Церковь постоянно ходатайствовала за нее. Люди приходили к нам домой молиться за нее. И мы ждали, когда же это чудо случится. И однажды молитвы закончились, но сегодня она ходит в школу. Она сумасшедшая, невероятная личность. Очень интересная, чудная, она танцует. Не было такого, что однажды кто-то молился, вдруг, бах, сверкнула вспышка, и она исцелилась. Она полностью исцелена? Да, и это было потрясающе. Каждый молившийся человек сыграл свою роль. Это не была заслуга кого-то одного, хотя и такое бывает. Это не случилось сразу, так что не разочаровывайтесь, если сразу ничего не происходит. Вы все сделали, вы сыграли свою роль. И, возможно, вера человека возросла. Возросла значительно благодаря вам. Пока вы молитесь и свидетельствуете, вера растет. Ведь вы делитесь своими историями или вдохновляете словом о других исцеленных людях. Сегодня большинство слышанных нами историй об исцелении связаны с хирургией или лекарствами, да, иногда. Да благословит Бог руки всех врачей. Да, Точно. верно. Точно. Сегодня большая часть все основана на научных фактах, на том, что мы можем или не можем доказать научно или медицинскими исследованиями. Люди должны понять, что это не единственное, что может исцелить или восстановить. Есть еще вера в Бога. Пусть даже с горчичное зерно. Даже если ваша вера только с горчичное зерно, вы можете сказать или повелеть горе сдвинуться, и она сдвинется. Как обрести такую веру? Молиться и смело идти вперед. Очень важно иметь друзей, которые верят в то же, во что и ты сам. Важно иметь таких людей, которым можно пойти, и кто поможет тебе укреплять твою веру. Помогут следовать за Господом и быть верным христианином. Вот это поможет созидать настоящую твердую веру. Каждый раз, когда моя вера слабеет, я вспоминаю, что Бог сделал для меня раньше. Я понимаю, что если Он делал это раньше, значит сможет сделать и в будущем, и мне это очень помогает. Я просто вспоминаю Его дела, которые Он сделал для меня. Нам еще есть что праздновать. Пока Trinity Broadcasting продолжает отмечать 40 лет проповеди Евангелия через вещание по всему миру. Присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы будем смотреть классику и обсуждать послания людей, оставивших великое наследие веры. Давние фрагменты и новые любимые отрывки на 3.40.